Не знаю, почему так получается, но до выхода серии у нас был один недовольный, это Вадим Акперов. А после выхода серии их стало как минимум в два раза больше. Но об этом чуть позже. Сейчас 70 килограммов на штанге, давно не поднимал на бицепс сидя, а после серии захотелось. Короче, посмотрел серию Олег Сакович и остался недоволен тем, какую оценку Денис Цыпленков дал подъемам Iron BB. Говорит, что африканский стронг может затащить 113. Ну, кто знает, посмотрите сами.